Вы ведь слышали ее, верно? Легенду о Спарде. Когда я была маленькой, отец рассказывал мне историю об этом. Давным-давно, в древние времена, демон восстал против собственного рода ради рода человеческого. Своим мечом он закрыл портал в дьявольскую бездну и запечатал в нем зло от нашего мира людей. Но поскольку он был демоном сам, его сила тоже оказалась заперта по ту сторону. Я в это не верила. Считала, что это всего лишь детская сказка. Но я узнала, что эта так называемая легенда вовсе не была мифом. Спарда существовал. Откуда я знаю? Что ж, я встретила сыновей Спарды. Их обоих. И хотя по их жилам струилась кровь одного отца, эти двое сражались друг с другом бесстрашно, будто заклятые враги. Казалось, словно они получали какое-то извращенное удовольствие от этого братоубийства. Но в конце... только один устоял. Вы ведь слышали ее, верно? Легенду о Спарде. Когда я была маленькой, отец рассказывал мне историю об этом. Давным-давно, в древние времена, демон восстал против собственного рода ради рода человеческого. Своим мечом он закрыл портал в дьявольскую бездну и запечатал в нем зло от нашего мира людей. Но поскольку он был демоном сам, его сила тоже оказалась заперта по ту сторону. Я в это не верила. Считала, что это всего лишь детская сказка. Но я узнала, что эта так называемая легенда вовсе не была мифом. Спарда существовал. Откуда я знаю? Что ж, я встретила сыновей Спарды. Их обоих. И хотя по их жилам струилась кровь одного отца, эти двое сражались друг с другом бесстрашно, будто заклятые враги. Казалось, словно они получали какое-то извращенное удовольствие от этого братоубийства. Но в конце... Только один устоял. Простите, мы еще не открылись. Я еще даже название не придумал, а мне уже названивают. Вы тоже ко мне? Что ж, если вам в туалет, что ж, прошу. Уборная позади. Вас зовут Данте, сын Спарды. Откуда вы знаете? От вашего брата. Он прислал приглашение для вас. Пожалуйста, примите его. Приглашение, да? Вечеринка разгорается. Зажжем. Конец? И не надейтесь. Что тут скажешь? Похоже, намечается одна чертовская вечеринка. Черт подери, вы нафиг развалили мой магазин, а я его даже назвать не успел. Вы мне за это заплатите. Надеюсь, у вас хватит средств оплатить все это. Where y'all coming? Прошел почти год с нашей последней встречи. Как быстро летит время. Без сомнений, у тебя какие-то забавные планы на меня, верно, Вергилий?